Доброе утро, друзья. Доброе воскресное утро. Вот, пришел полюбоваться лебедями утром воскресным. И там еще дальше лебедь. Там лебедята, то тут серые лебеди уже чуть повзрослее. Не улетают лебеди. Мы вот приехали сюда, они уже были. Это апрель месяц. Но лебеди ж улетают в теплые края, насколько я понимаю, насколько я знаю. Это говорит о том, что, наверное, еще похолодания не будет. Я так понимаю. Вот это вот серые лебеди, это выводки. Дети вот этого выводка уже вот этого года. Лебедята маленькие плавали. Вот они. Постепенно цвет перышек будет меняться. Потом они станут ярко такими снежными, белыми. Крылышки. Ой, крылышки, говорю, перышки. Такие звуки они интересные издают. Я в самом начале, как мы приехали сюда, я их считал. Было 66. Сейчас я, наверное, не сосчитаю, потому что, ну, сейчас их намного больше. Но в данный момент, наверное, есть такое количество. А так, прибавление в семействах, по-любому, прибавилось. Красиво тоже за ними наблюдать, конечно, можно. Тут беседочка, сейчас я покажу. Вот. Можно садиться в беседочку, взять с собой термос с чаем и наблюдать с беседочки, попивая теплый чаек, за этой прекрасной картиной. Рано-рано утром. По традиции, ребят, доброго вам дня, хорошего настроения. Здоровья, мирного неба.